ВГТРК и Ростфонд продолжают совместную акцию помощи детям. Герой нашего следующего сюжета – 4-летний Андрюша Ельников. Вместе с родителями, братом и сестрой он живет в Волгограде. Общительный, активный, веселый мальчик. Больше всего любит бегать и играть на площадке. Родился малыш с деформацией левой ножки. Ее периодически удлиняют специальным аппаратом. Но она все равно отстает в росте. Помочь Андрюше может только хирургическое лечение. Но его стоимость для многодетной семьи неподъемная. Помочь Андрюше просто. Нужно отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «дети». Это была счастливая беременность и уже третий долгожданный ребенок в семье Ельниковых. Плановое обследование отклонений в развитии плода не выявляли. Родители за здоровье малыша были спокойны, но так было только до родов. Диагноз сразу в роддоме, мне показали ножку, сразу вот как только родила, сразу они там стали. Ну, как бы его обрабатывать, и говорит: мамочка, вот здесь вот у вас ножка. Нарушение остеогенеза и малоберцовая гемимелия или аплазия еще малоберцовой кости. Ну, отстает на 6 размеров. Стопа отстает на 6 размеров. Левая ножка малыша сразу внешне отличалась от правой. У ребенка отсутствовала малоберцовая кость. Это привело к общей деформации конечностей и препятствует полноценному развитию голеностопа. Родители обращались куда только можно. Детская поликлиника, волгоградские ортопеды, запросы федеральной клиники. В 7 месяцев Андрюша перенес первую операцию. Ребенку взялись помочь в Национальном институте детской травматологии и ортопедии имени Турнера в Санкт-Петербурге. Провести лечение семье помог Русфонд и неравнодушные волгоградцы. Ему выровняли кость. Ну, получилось так, что вот этот изогнутую часть ее просто вырезали и удалили. А изначально при рождении укорочение ножки было 4 сантиметра. После этой операции у него стало укорочение 7 сантиметров. Первую вытяжку мы поставили ему аппарат в 2 года. В 3 этапа с помощью аппарата Елизарова удалось удлинить левую ножку ребенка на 4,5 сантиметра. Но с ростом разница между конечностями прогрессирует. Сегодня Андрюше 4 года, и опять нужна операция. В настоящий момент отмечено укорочение бедра на 2 сантиметра и голени на 6 сантиметров, то есть суммарное укорочение достигло 8 сантиметров. И фиксации аппарата Елизарова для удлинения голени, а после снятия укрепление большеберцовой кости имплантами и установка пластин в коленные суставы правой ноги для торможения роста. К своей особенной ножке малыш по-своему приспособился. Смышленый и подвижный, Андрей в развитии от сверстников не отстает. Ходит в детский сад, любит хоккей, мечтает встать на коньки. А дома с детской непосредственностью скачет по коридору и занимается спортом. Плотный ортез на толстой подошве снимает только на ночь. Но, кажется, даже он не мешает ребенку ни в лазании по канату, ни в подтягивании на кольцах и отжимании от пола. Только на дальние расстояния ходить мешает. Тяжелый. Малыш много рисует. Часто скорую помощь. Мечтает вырасти и стать врачом, чтобы помогать людям. И только иногда спрашивает маму. Ну, я уже большой. А почему же у меня ножка не выросла? Я уже же большой. А ножка у меня такая осталась маленькая. В Ярославской клинике маленького пациента ждут. Ельниковы тоже торопятся. Ведь через несколько лет мальчику идти в школу. И нужно еще успеть пройти реабилитацию после операции. Стоимость лечения – 1 156 876 рублей. В семье таких денег нет. Помочь Андрюше просто. Нужно отправить на короткий номер 5542 и смс-сообщение со словом «дети». Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Перевести пожертвования можно и другими способами. Все они на сайте Русфонда. Владельцы айфонов и телефонов на платформе Android могут перевести пожертвования через мобильное приложение.